О эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 9 июля 2020 года, по данным Роспотребнадзора Смоленской области, в городе Десногорске зарегистрировано 136 положительных случаев COVID-19. Надо сказать, что под наблюдением медико-санитарной части находится 72 человека. 69 человек находится на дому, 3 человека наблюдаются в стационаре. Надо отметить, что третью неделю подряд наблюдается положительная динамика в снижении заболеваемости и COVID-19, и пневмониями, и острыми респираторными заболеваниями. Положительным является и то, что на сегодняшний день в инфекционных отделениях медико-санитарной части наблюдается и лечится всего 25 человек. Для сравнения, 3 недели назад у нас эта цифра подходила к 50. Настораживает то, что информация, которая поступает из европейских стран и Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что послабление режима приводит к очень резкому и быстрому переходу ко второй волне заболеваемости. Поэтому еще раз призываю вас не расслабляться, по-прежнему носить маски, дистанцироваться, особенно в магазинах. И я прошу вас, все же делайте замечания своим соседям, друзьям, которые не соблюдают и очень рано расслабились. На сегодня это вся информация, которую мы хотели вам сообщить. Благодарю за внимание. Будьте здоровы.